Базар-22 представляет. Добро пожаловать на канал БЗРТ номер 1. В этом выпуске я хочу вам рассказать о Nokia 5130 Express Music. В свое время считался лучшим телефоном музыкальным на Series 45 издания. Сейчас, конечно, никого не удивить, но в то время многие, кстати, покупали тоже. У нас продавался официально в трех цветах. Позже появившийся серебристый цвет. Основные цвета были синие и красные. У меня синий вариант. Кстати, синий вариант был у меня оригинал, который не сохранился. И в 2010 году. Довольно-таки классный телефон для того времени. Если вы хотите дальше пользоваться таким телефоном, то пожалуйста, но есть исключение того, что некоторые сервисы практически устаревшие. Вот какой ответ, почему многие люди меняют на современные смартфоны, можно сказать. Но это обзор существенным будет. Также подробно, также обо всех функциях могу рассказать. Как-никак, но все-таки есть. Выглядит довольно-таки стильно, что вот это, что вот это, хотя, конечно, у меня не такое исполнение. Это телефон уже с Алиэкспресса, но, несмотря на корпус, начинка и прошивка соответствуют требованиям, ну то есть, как у оригинала, по сути. На передней части находится динамик, экран 240 на 320 пикселей, TFT, клавиатура пластиковая, также глянцевая. Кстати, в Америке был еще белый телефон с голубым для оператора T-Mobile. Кстати, под клавиатурой находится микрофон. На нижнем торце ничего нету, на верхнем торце располагаются под заглушкой микро USB разъем, действительно так. Сейчас хочу подробно вам показать. Конечно, со временем заглушки могут потеряться. Вот микро USB сам разъем, через него он не заряжается, то есть зарядка с микро USB не предусмотрено. Возвращаем на место. Также разъем для зарядки нокиевский и 3,5 мм аудиоразъем для наушников. Также проушина для крепления ремешка. Сбоку управление музыкальными проигрывателями. Это перемотки песен, воспроизведение, пауза. Также можно найти качельки, регулировки громкости, а также под заглушкой слот для карты памяти microSD. Возможно, до 32 гигабайт, как обещает производитель. Тем не менее, карта памяти работает, и это отлично. Что сзади выглядит вот так, глянцевая сторона. Это 2-мегапиксельная камера, логотип Nokia, а также стильно, как выглядит динамик громкой связи, ну, мультимедийный динамик. Под задней крышки, а открывается задняя крышка вот так вот. Аккумулятор здесь B5C, то есть довольно-таки совместимый на 1020 мАч. А под аккумулятором слот для сим-карты обычного старого образца, так называемый мини-сим. Больше ничего практически нету. Кстати, у меня с Ростелеком последние дни, так как я подал заявку на перенос номера в сеть Мегафон, у меня как дополнительный рабочий номер будет. Реально там понравился номер телефона с кодом 958. Кстати, без крышки звучал действительно лучше. Я еще убедился и в 2010 году, когда был жив, оригинал. Вот в таком стиле выглядит данный телефон.
раньше считался крутым, но а на сегодняшний день, конечно, это уже история. Кто-то пользуется по ностальгии, а кто-то нет. Кто-то умудрился взять все-таки современный смартфон. Я таким телефоном, конечно, не пользуюсь в силу определенных причин, но, тем не менее, запускаем данный телефон. Загорается Nokia. Вот так вот телефон включается. Его подсветка видно сразу белого цвета. Телефон поймал сеть. Вот так выглядит с рабочим экраном. Блокировка клавиш меню и звездочка. Отключаем также снять блок и звездочка. Бывает такое у меня, что в последнее время, вот когда включаете телефон, да, бывает такое, что не срабатывают или плохо срабатывают эти клавиши. Не в самом телефоне, а в самом прошивке, можно сказать, как подгружается телефон. Что-то бывают и неправильно себя ведут, тоже легенды Nokia. Со временем, конечно, у кого-то слетала прошивка, а у кого-то работает до сих пор, но есть такая проблема, да. Попробуем проверить разговорный динамик на максимальной громкости. О, проблема, как видите. Устанавливаю соединение и повисло чуть-чуть, но... Во! Компании Ростелеком. Ваш баланс 46 рублей. Пожалуйста, выберите интересующий вас вопрос. Для получения информации об акциях компании и роуминге нажмите 1. О состоянии баланса и способах также оплаты можно записать. Нажмите 2. Об актуальных тарифных планах нажмите 3. Информация о Все. Звонок работает, со звонком все прекрасно. Сейчас вот так выглядит, вызывает. С движущимся элементом. Добро пожаловать в Ростелеком. Проверили, работает. Что ж, настало время рассматривать функции данного телефона на Nokia 5130 Express Music. Напоминаем, актив – это быстрый доступ к функциям, на котором больше всего пользуетесь, есть проигрыватель. Меню выглядит таким образом. Кстати, у Ростелекома, виртуального мобильного оператора, нет 7 меню, а так 7 меню по-любому поддерживается. Итак, сообщения, контакты, журнал, настройки, галерея, мультимедиа, органайзер, приложение, а также интернет. Таким образом, это меню и выглядит. Также есть функции упорядочить и вид главного меню. Кстати, я уже упорядочил вот так, как на старой Nokia тех лет. Например, Nokia 6270 у меня тоже был, кстати. У меня, оказывается, этот телефон появился еще и после Nokia 6270. Был БУ, оригинал, но прошивка слетела, тоже не сохранился. Список. Вот так меню выглядит списком. Также значки и подписи соответствующие, а также вкладки. В свое время так компания Nokia любила делать такие виды меню. Что ж, могу сразу и ответить, вот почему люди меняют свои старые телефоны на современные смартфоны. Всего лишь несколько ответов в обзоре Nokia 5130 Express Music, классного тогда телефона. Могу показать сначала сообщение, как пишется. Сообщение, смс, ммс, электронная почта, быстрое сообщение,
звуковое сообщение ММС в виде диктофона, шаблоны. Сообщение «Это поя кому» здесь задается, а это сам текст. Выглядит примерно вот так. А если спуститься еще вниз, то изображение, короче, элементы, если вот эти вот элементы добавить, превратятся в ММС. То есть это сообщение превратится в ММС. Есть еще пункт дополнительный. Изменить на ММС. Электронная почта, отдельный клиент есть. Очень простенький даже. Насчет мастер настройки электронной почты, это уже не работает, поскольку Овинокия уже давно канула в лету. Переданные, сохраненные отчеты о доставке, чат и стат-мессенджинг не работает уже. Еще с 2013 года в нашей стране полностью даже прекратили поддерживать даже услугу. Мессенджер. Мессенджер от Microsoft. Windows Live Messenger. Но в чем проблема? Видимо, что-то с интернетом, но я проверял, не соединяется. Честно скажу. Дальше простые функции. Контакты. Типичные записные книжки. Создать. Имя, фамилия, мобильный номер и так далее. Картинка. Также можно видеосигнал, отдельно звуковой сигнал поставить. То есть многофункциональная записная книжка. Плюс еще с голосовой меткой, с голосовой командой. Контакты Ови, кстати, тоже не работает. Как я уже сказал, Ови давно канул я в лету. Контакты Ови через приложение. Вот сам Ови. Соответственно, регистрация и вот. Тоже это не сработает. К сожалению, это уже реальность. Настройки такие. Состояние памяти явно 1000 контактов тут по процентам. Это все идет. Группы. Можно при необходимости создавать группы отдельные. Быстрый набор. Удалить все контакты. Переместить и скопировать контакты. Журнал звонков. Есть еще адресаты сообщений, очистить списки, длительность вызовов, счетчик пакетных данных, таймер пакетных данных и так далее. Настройки. Здесь есть режимы, каждый может настроить под себя. Есть еще режим поет. Темы можно настроить на свой вкус. Сигналы. Кстати, и во время сигнала выглядит так же. Звонок громкий. Это все, что есть на Nokia 5130 Express Music. Это была проверка. Подсветка, цветовые эффекты и музыкальная подсветка. Если все это включить, то все это будет мигать. На красном корпусе, соответственно, будет оранжевая такая подсветка по корпусу идти. Дисплей здесь фоновый рисунок. Цвет шрифта в режиме ожидания. Значки джойстика. То есть на главном экране отображаются значки навигационных клавиш, информация в уведомлениях, эффекты перехода, размер шрифта. Можно настраивать это все логотип оператора и индикатор соты. На
первом же прошивке 2009 года, а ведь прошивка здесь стоит 2010 года, так вот, в самой первой прошивке была еще заставка, но, к сожалению, убрали. Дата и время, все это просто настраивается, быстрый доступ, левая клавиша, правая клавиша и навигационные клавиши. Синхронизация и резервное копирование, замена телефона, а также создать резервную копию на карту памяти. Подключение устройств есть Bluetooth, можно сопрягаться еще с аудиоаксессуарами, кабель USB, PC Suite, печати файлы и сохранение данных, также пакетные данные. Вызовы. Преадресация, ответ любой клавиши, повторный набор, разборчивость речи даже есть, быстрый набор, ожидающий вызов, отображение, длительность вызовов и длительность по окончании, передача своего номера. Телефон есть такие языковые настройки. Как я уже сказал, с AliExpress у меня такие языки английский, по-моему, даже латышский, и литовский, и русский. В оригиналах, когда я покупал в 2010 году, там языки были английский, русский и белорусский. Насколько я помню. Состояние памяти. Тут явно 25 мегабайт, может быть. Однако... Благо можно расширить при помощи карточки памяти. Автоблокировка, защитные блокировки клавиатуры. Защитный код здесь 1, 2, 3, 4, 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. По умолчанию. Просит еще защитный код. При необходимости можно отключить. Типично для Nokia засунуть защитную блокировку клавиатуры под паролем. Распознавание голоса. Голосовые команды. Говорит робот Nokia. Язык распознавания русский, обучение системы распознавания голоса. То есть, что надо говорить, чтобы обучаться и чтобы хотя бы понимал. Получается, что я говорю. Запрос режима поет, это при каждом включении телефона может запрашивать такую функцию. Обновление телефона по воздуху вряд ли, конечно, будет работать. Выбор оператора, включить справку, сигнал запуска и все. Включить справку, это когда вот, если немножко подождать, то появляется такая вот справочка на экране, что в меню, что в панпунктах меню. Сейчас дождемся. Вот та самая справочка. Аксессуары здесь мини-гарнитура, зарядное устройство, но то, что подключает, то, что можно настраивать. Конфигурация, конфигурация интернета, интерактивная поддержка. Служба Nokia, но, конечно, не подключимся. Персональная конфигурация можно сделать так. Есть потоковое воспроизведение. Защита, здесь пин-код, запрет вызовов. В зависимости от оператора, разрешенные номера, закрытая группа абонентов, уровень защиты, коды доступа, изменить пароли, используемый код, запрос PIN2, сертификаты и параметры защитного модуля. И восстановить стандартные настройки, наконец-то. Галерея. Здесь карта памяти, а также фото, видео, музыка, темы, графика, сигналы, аудиозаписи и принятые файлы. Все это можно управлять. Копировать, вставить, переименовать.
Мультимедиа. Здесь есть камера, видеокамера, отдельный пункт прогрутей, радио, диктофон, эквалайзер и расширенные стереобазы. Что касается камеры. Камера 2 мегапикселя делает вполне сносные снимки для кнопочного аппарата. В таком исполнении. Есть еще альбомный режим. То есть переворачиваем телефон. Можно реально в таком исполнении нормально снимать фото и видео в данном случае. Эффекты, балансы белого, настройки, соответствующие фото-видео. Время посмотра, звуки камеры и все остальное. Что касается видео, в формате 3GP пишет. Тест записи видеокамеры с телефона Nokia 5130 Express Music. В 3GP все как положено у Nokia. Переключается даже сбоку. Точнее, по боковым клавишам. Сам прыгатель, поскольку это музыкальный телефон. А выглядит примерно так. У меня только один файл для проверки, но... Это обычная тема прыгателя. Функции в меню музыка, прыгайте сейчас, добавить в списки воспроизведения и так далее. Также через Bluetooth. А в настройках есть еще тема музыкального прыгателя. Выбираем соответствующую тему и вперед. Эквалайзер, расширение стерео, музыкальная подсветка. Это все, что есть в прыгателе. Все, что свалилось с Nokia. Радио. Но здесь радио, в принципе, обычное. Здесь ничего особенного. Обычный радиоприемник. Диктофон пишется в формате АМР. Максимально 1 час. Тест записи диктофона с телефона Nokia 5130 Express Music от Beza RT. Проверяем. Простейший диктофон. Также есть эквалайзер. Выбираем обычный поп-музыка, рок, джаз, классика и регистры. Регистры тут можно что-то свое. Даже переименовать можно. И расширенные стереобазы. В наушниках так это есть. Органайзер. Здесь будильник. Можно устанавливать будильник. Календарь с добавлением событий. Напомнить, встреча, вызов, день рождения, годовщина и заметка. Можно создавать это все. Дела, деловые заметки можно сделать с напоминанием и приоритетами. Сами заметки в текстовом формате можно писать 3000 символов, то есть можно текст записывать в текстоформате. Калькулятор, слава богу, что на русском все это дело есть в радианах. Обычный, сейчас у меня научный калькулятор, а есть такой обычный, а также кредитный калькулятор. Довольно-таки функциональный калькулятор вполне. Таймер есть обычный таймер, а также интервальный таймер, а также настройки.
секундомер, промежуточные отчеты и кругами. Приложение. Здесь открываются папки «Игры» и «Коллекция». Что касается предустановленных игр, Bones Tales, была еще гитара, но она не завелась, я удалил. Ready 3D, знаменитая змейка, вон она, змейка третья. И практически все. Проверим Bones Tales. Bones. Кто-нибудь помнит эту игру? Я уже практически все прошел и по памяти, и том, что необходимо. Собираем все яйца и такие получаем очки и новые доступные уровни. И скрытые, можно сказать, бонусные тоже. А как же змейка? Змейка тоже вполне хорошо убивает время. Ну, например, классическую версию. Играть можно вполне. Змейка как змейка. Она, естественно, 3D. И, тем не менее, хорошо работает. Коллекция... Из предустановленных это конвертер. Контакты Ови, магазин не работает. Мировые часы, поиск не работает. Мессенджер не работает. Майноки не работает. Опера мини я закачал. Сенсор это по Bluetooth. Bluetooth сообщение, по сути говоря, я еще, конечно, не возникал этот вопрос, так как у меня C3011 Samsung не сохранился. Там предустановленная функция была по Bluetooth чату. Share on Ovi, прекрати я использовать. Начиная с лета 2012 года, прекрати я предоставлять. Share on Ovi. Уже такой функции практически нету. И не будет. Также интернет. Интернет обычный браузер здесь скрывается, но производитель предлагает вот этот вот браузер. Это Opera Mini 4.1. Тоже через Java приложение. Nokia Mobi, интернет-услуги. То есть закладочки, можно сказать. Закладки, конечно, под вопросом. Сейчас Nokia уже не та, и никто уже не производит такие те самые Nokia на серии 40. Вот и весь функционал данной модели. Радио, соответственно. Ну а теперь можно выключить данный телефон. Сам по себе телефон, конечно, классный для своего времени. Не только разговаривать, но еще через него можно было слушать музыку. Такой клевый аппаратец. Скоро такие телефоны как-никак по 10 лет. Да, со следующего года действительно 10 лет. Хотя и так уже десятилетие. Такой Nokia, поскольку этот телефон разрабатывался в 2008 году, были, естественно, даже прототипы Nokia 5130 Express Music, как раз таки в 2008 году, а в продажу такие телефоны поступили в 2009. А, соответственно, в 2010 году просто-напросто продолжили выпускать, то есть обновили чуть-чуть программно, но тем не менее
такие телефоны уже будут по 10 лет, что уже реальность. На этом все. Всего хорошего. До свидания.